А чего ты ждешь в этом видео, а? Вот полынка. О, гляньте, это же ловкий рот. Усы какие смешные. Блин, что-то в этом году в FIFA музыка такая. Я знаю, это неожиданно, но я играю в FIFA. Обычно я играю в сюжетные игры, но тут есть сюжет, история чемпиона. Я не допрошел историю FIFA 17 по определенным причинам. По тем же самым причинам 18-ю FIFA не прошел. Что же, ребят, а здесь мы пройдем, обещаю, FIFA 19, сюжет я осилю. Как я играю до выхода, потому что игра выходит 28 сентября. Сейчас кратко расскажу, как я играю. В Origin есть такая вещь, как подписка. Origin Premier. Платишь 1000 рублей, играешь во все крутые игры, в том числе в новую FIFA. Ограничений вообще никаких, просто плати 1000 в месяц и играй. Можешь заплатить за один месяц, за год, как хочешь. И вот, пока у тебя есть подписка, ты играешь. Подписка кончилась, все, ты не играешь. Игру покупать не надо. Я подумал, нафига покупать мне FIFA, которая, ну, мне не особо нужна, мне только сюжет интересен. И вот, собственно, так это работает, ребят. Заходите в Origin, там все есть, уже можете играть, если хотите. История чемпиона. Тут целых три персонажа будет. Какая-то девушка, сестра Алекса Хантера. То есть Алекс сам у нас черный, а сестра у него белая. Ну, знаете, как оно бывает. Диалоги. Постой, язык диалогов, серьезно? Постой, диалоги в этом году на русском? Я офигею с вас. Раньше комментаторы только были. А может, это выбор диалогов комментаторов? Просто я не знаю. Блин, музыка реально крутая. Я ничего не хочу сказать. Еще дико завозился. Ребята, понимаете, в FIFA нету поддержки контроллера PlayStation 4. Я перепробовал три контроллера, провода разные. Думал, у меня что-то не так. В FIFA просто нет поддержки контроллера. То есть, а как бы есть, то есть ты можешь подключить контроллер, игра его видит, но просто ее колбасит жестко. Она не может нормально воспринимать управление с него. Это дичь. В 2018 году, почему в 2014 Assassin's Creed Unity умел читать PS4 контроллер, а в 2018 FIFA 19 не умеет. Это непонятно. Ладно, далее. Начало истории. Приступаем, ребята, к истории. Разъебите кнопку лайка, если вам понравится. Я вот хочу сюжет FIFA. Хочу узнать, чем кончится история Алекса Хантера. Ранее в истории. Ох ты чё, если хочешь язык. Стать профессионалом, сделай футбол своей жизнью. Правильно. Вот и он! Всего 17, а достиг того, что многим игрокам и не снилось! Я готов! Давайте! Я просто играю в футбол. Это все, что я умею. Как круто! Удачи в новом сезоне. Спасибо. Сегодня утром появились фотографии Алекса Хантера в футболке Реала. Все было совсем не так. Нас кинули. Майкл! Ты рискнул моей карьерой, чтобы сорвать большой куш! Все было совсем не так! А как тогда? Алекс, это хороший вариант. Ты можешь зажечь МЛС. Это шанс начать все сначала, сынок. Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Здесь совершенно другой мир. Я видел тебя. Да, это всего один раз было. Эх, знаменитости. Рад видеть. Спасибо за приглашение. Махнемся футболками после игры? Посмотрим, что можно сделать. Ты показал безумную игру, старик. Продолжай в том же духе. И не давай огнем Голливуда тебя ослепить. Баб, хочешь сказать, это моя сестра? Алекс. Не знал, что ты играешь. Ага, это в крови. Мне приходится бороться за каждый шаг, чтобы играть в игру, которую я люблю. Так, так, так. Посмотрите, кто вернулся к нам из Ла-Ла-Лэнда. На меня все рассчитывают. Ждут, что я стану новым Алексом Хантером. Хватит все время стараться всех рассмешить. Пора начинать зарабатывать уважение. Похоже, серьезные европейские клубы проявляют к тебе интерес. Атлетика? ПСЖ? Бавария? Алекс, это Беатрис Виланова. Я хотела бы обсудить ваше будущее как человека, игрока и кумира. Он так улыбается. Как я понимаю... Кстати, не пойму, это такая графика ужасная, потому что это типа катсценки или что? Графика отвратная. Я играю на максималках, если что. Максимальное разрешение, все на максимуме. Вроде как все должно быть нормально, в меню все выглядело нормально. Просто ну реально отвратная картинка сейчас. Так, это прошлое, это, видимо, дед. По костюмам видно, это, видимо, дедушка. Усы какие смешные. Из физрука парень сбежал, явное дело. Хорошая игра. Конечно. Опа, вот, блин, прям в говне играют. Вот это как свинарь. Свиньи как будто бегают по хлебу. Кстати, привет фанатам Сергея Рамоса. Ну, он окей, не Сергей, он Серджи. Какая разница. Серега. Наш парень.
Дед играет просто как чемпион, посмотрите. Нет, он промазал мимо ворот. Не дед, а пердед. Ну что такое? Живые фанаты на стадионе, ребят. Садыгал никак не приходит, да, Джимми Бой? Придет, как и все предыдущие. Но не рассчитывай, что это случится сейчас. О, все, играем, ребят, играем. The corner's been taken now. Так, чтобы пробить, давай. Давай, я готов. Есть пробитие! Коронное празднование, давай, давай, давай! Да! Что, так скучно, что ли? Не, вот это мне нравится. Это, видимо, Ковентри играет против... я хз против Ковентри. Это я дергаюсь в нервном припадке и забиваю. Я молодец. Кто молодец? Женя молодец. Гол Джим Хантер на 70-й минуте. Показывает палец, типа, видишь, он показал в камеру на тебя и такой, типа, ты туби пизда. Ковентри против Вестхэма, ясно. Я Ковентри, ребят. Я молодой Ковентри, иди сюда. Иди сюда, мяч отдай, сука. Эти засранцы не хотят отдавать мои мячи. Охренели в край. Да Робинсон, твою мать, вбрасывание, давай. Нет, Дадар с полулета. Полулета, это что такое? А полузима есть, интересно, в футболе? То есть я ничего не хочу, не хочу сказать. Сейчас пробивать будем. Ой, высоко! Ой, я перенапрягся! Я зажал кнопку сильно. Сейчас можно было забить, можно, но я кнопку зажал очень сильно. Я просто давно не играл в FIFA, год прошел. Забыл, что тут очень чувствительная кнопка. То есть тут прям реально нужно просчитывать до доли секунды, чтобы прожать. Собственно, нормально. Давайте, парни. Мы играем за весь, кстати, за все поле, если что, чтобы вы понимали, ребят. Мы играем за все поле. Ой-ой-ой, я теряюсь иногда в чуваках, потому что это они мелкие, блин. На поле боя, как дети малые. Пока у нас 1-1, ну чуваки, нам надо сделать 2-1 и все, победы, и нормально. Тут у меня что-то мухи по квартире летают в последнее время, невозможно. Давай-давай-давай. Ну классно сделали, то есть у нас получается эта игра в прошлом. Мы так оформили интерфейс, очень круто, очень круто. And potentially banned from following fixtures. No confirmation about this as yet. Whether it'll come in the first division or not, but it's going to be very interesting to see how liberal the referees are with the use of these cards. I hope we don't see games of 7-7. Блин, опять высоко, ну кнопка прямо я не могу, она такая чувствует, жалко, надо на курок бы вот переставить управление, на курке-то оно в 100 раз удобнее будет, чем по кнопке. Попробую низом просто пробить. Я все хочу как-то верхом навесом сделать, но навесом у меня не получается вообще ни в какую. Эти интерсепшнс, я понимаю, что интерсепшнс у нас здесь, конечно, бомбические. Ой-ой-ой. Давай-давай. Ну, блин, нет, это слишком слабо. А сильно у меня не получается пробить. Опа. Перегоняем мяч назад. Попробуем еще раз. Попробуем еще раз. Еще раз. О, так. Хорошо, хорошо. Ой-ой, чуть-чуть бы еще его отдал. Есть, черт, почти. Еще раз. Ну блин, я промазал мимо ворот чуть-чуть. Ну что это было? Это был пиздец. Это был пиздец. Все, ну блин. У меня никак не получалось забить финальный гол. Было пара ситуаций, но... Но Джим Хантер забил гол. Мы молодцы. Сотый гол мы все-таки забили, так что все было не так. Я не знаю, что-то все-таки графика какая-то, как будто бы я на минималках играю. Что не так с графикой? Вот тот момент, когда ты понимаешь, зачем иметь GTX 1080, все равно FIFA будет выглядеть вот так. На GTX 980, с которой все нормально и играется прекрасно. Ладно, ну получилось как получилось. Все-таки не играл год в FIFA, потренироваться времени вообще не было. Я даже вот еле-еле нашел время записать первый эпизод.
Какой же увлекательный матч это был, немного исторический. Ведь это был невероятный 100-й гол в карьере Джима Хантера. Неужели в каменном веке по телеку тоже футбол показывали? Эй, прояви уважение, а? Дедушка прав. Это часть истории. Твой брат горяч, не так ли? Эй, лучше не зли его. Не то тебе точно не поздоровится. И даже не сомневайтесь. Конечно, тогда всей этой шумихи не было, понимаешь? Играли за 150 в неделю, когда побеждали. Да ладно, правда? Для нас важна была только сама игра. Эй, ты глянь. Вот красота, а? Не просто прицельно пробить таким ударом. Да. Головой причем, по-моему, пробивали мы. Может, нам уже пора? А то пробки. Давай я с багажом помогу. Нет, Джим, все нормально. Оставайтесь здесь, а я возьму сумки. Хочешь забрать? Нет, он твой. Возьми на время. На удачу. Но верни, когда закончишь. Обязательно. Ладно. Так, пора на самолет. Батлер мне шею свернет, если я опоздаю. Странно, что он вообще меня отпустил. Старик, это вообще чудо. Ну да, шиза, точно. Последний раз я была в аэропорту, когда летали в Японию. Да ты чё? Я из Англии. Это английский. Это у тебя акцент. Ну, они, кстати, круто обыграли этот момент в переводе. 10 из 10 его отыгрыш. Постой, почему нам показывают его сестру? Мы типа за нее будем играть? Класс! Новое что-то. То есть получается, и отец Хантера, вот этот чувак, живет в Америке. И, собственно, с его сестрой, которая, ну, от другой женщины. Это сводная сестра. По логике вещей получается. История. Чемпионы. The Journey Champions. Что ж, вы готовы к чемпионам, дамы и господа? Я готов. Ким Хантер, тренировка женской сборной США. Вы много тренировались, и теперь должны уверенно двигаться вперед к победе. Бедрами. Здесь стоят те, кого мы хотим взять на турнир во Францию. Но право попасть туда еще нужно заслужить. Угу. Буду играть как тигр, обещаю. Я тигр. Ну, окей, пантерка. Тигр — это хантер. Волнуешься, да? Там в субтитрах больше было написано. Характер. Окей, выбранный вами вариант ответа в разговоре определяет характер героя. Если что, я не выбирал играть за девушку, эта игра мне дала такого, ну... Мне интересно, будет ли чередоваться вот этот режим игры, или же нам сейчас дадут поиграть за всех троих, а потом начнут чередовать. Мне вот интересно, как они это обыграют? Как я понял из меню в демке, скорее всего, сейчас нам дадут поиграть за всех троих по порядку, потом мы сможем выбирать, за кого играть, или же будет вперемешку, как решат сценаристы. Посмотрим. Ну, по характеру все понятно. Дерзкая, зануда. В каждой йоге вам будет приложено три варианта ответов. Блин, тут можно зануду делать. Дерзкая. Ну, ребят, мы все хотим дерзкую девушку, да? Я в этом абсолютно уверен. Ох, закапал глаза, а то не сухие. Я бы в реальной жизни выбирал зануду, но это же игра. Бабочки в животе. Правда бесит. Просто показать им, на что я способна. Просто хочу себя проявить. Ничего, все нервничают. И я. Ты? Здесь все такие. Нервы — это хорошо. Значит, ты не врешь. Ну что, разомнемся? Да, все-таки, ребят, давай. Не знаю, графика какая-то. В прям матче вот, с Германией ты знаю. Отлично сыграла. Да, мы проиграли. Но ты вышла, и игра поменялась. Но это же не товарищеский матч. И я тут младше всех. Какие-то выборы из FIFA 18. Ты меня старухой назвала? Нет. Готова, Хантер? Девушки вечно про возраст парятся. Хорошо, докажи. Да, мы встаем по конусам, работаем передачи.
А зря, кстати. А интересно, у всех девушек, футболистов, тренеры девушки? Или это совпало здесь так? Не, реально графика какая-то стрёмная. Я еще раз проверю все, как буду игру в следующий раз запускать. Но я выставлял, собственно, ну, качество всего-всего на ультра, на максимум. В зависимости от ваших успехов в игре и на тренировках, характеристики героя будут улучшаться. Ну, логично. На тренировках вы также можете развивать отдельные характеристики. С увеличением общего рейтинга героя вы будете получать очки навыков. С помощью можно открыть уникальные таланты игрока. Начните с основных тренировочных упражнений, постарайтесь получить оценку Б или выше. Ну, понятно. Так, я понимаю, я в стартовом составе, в запасе какие-то вообще пенсионеры, судя по графике, стоят, и в резерве тоже какие-то отбитые, а в основном составе самые, собственно, крепкие ребята. Так, пас низом, удар, основу, подкаты, ну да, что, давай, я готов. Отдавайте передачу отмеченному игроку, подсказка цель по направлению к адресату, и нажмите кнопку паса. Так, прицеливание, пас, собственно, низом. Посмотрим. Нормально сделал? А я не туда, что ли, подал? Я просто не посмотрел на стрелочку. Может быть, надо было подавать в другую сторону. А может, я все правильно делаю? Ну-ка, опа. Хопа. И хопа. Она, может, надо не двигаться, что ли? Просто я вот не... Ну, пасы это или изи? Пасы это я освоил фифи вообще... О, черт, не туда подал. Пасы я освоил фифи очень хорошо. У меня всегда с пасами. Ну, пасы это просто. Даже если вы новичок фифи, как я... Пасы зафейлить, ну, как вам сказать, нереально. Рост 1.65 м. Вот я 1.75 м. Ребят, какой у вас рост, собственно? В комментарии напишите, как оно вам, как игра, тоже напишите, поделитесь мнениями. А то, черт возьми, я проверю комменты, мнений нет, а я буду такой скучный, удалю канал. Так, удары основы. И я сразу извиняюсь за плохую игру, я просто все-таки новичок, и я как бы зашел в фифу, ну как? Ну, мне интересно, понимаете? Я любопытный, мне хочется посмотреть, а что тут нового? И вообще, мне кажется, это классно, когда ты пробуешь что-то новое, а не такое, что типа... Ой, ну я в футболе не разбираюсь, играть не буду. Это стрёмная тактика, политика, отношения. Ну, я хочу разобраться. То есть я вот сейчас кошел чемпионат, ну как сейчас, пару месяцев назад, я пытался вникнуть, то есть я вникал в том, что происходит на чемпионате мира и так далее. Даже несмотря на то, что футбол не особо люблю. Забейте как можно больше голов. Подсказка. От того, когда вы цели, зависит угол удара. Вот, потренируемся. Так, чем сильнее нажал. Я попытаюсь на триггер перенести эту тему, потому что на триггер оно в разы проще. Ну-ка. Хопа! Есть пробитие. Ну и больше очков дается за... О, есть пробитие! Цель, конечно, сбоку немножко тяжеловато иногда. Есть пробитие! Так, ворот. Давайте попробуем в более дальнем расстоянии. You got it, girl. Так, сейчас. Опа! Твою мать, ну вот как будто стрельнул в какахундри в унитаз. Ну, нормально. Б сойдет. Я бы еще потренировался. Подкаты. Основ. Жалко, нельзя или можно, я не знаю. В предыдущих играх такого не было. Нельзя просто самому убирать тренировки. Я бы, например, хотел голы отработать. Совершайте отборы с помощью подкатов. Подсказка, чтобы избежать нарушения. Совершайте подкат спереди или сбоку. Ну, это очевидно. Не будем, как Сережа Рама, с колени ломать людям. Так. Подкат. Ждем. Хопа! Вот это сейчас круто было. Так. Главное вовремя. Хопаньки! Подкатик! Все получается спереди, потому что, ну... А-а-а! Нет! Так. Ты хочешь отнять мой мяч, сучка? Ха-ха, получай, эта сучка не отнимет мой мяч. О нет, сэр. Вы не отнимете мой мяч. Подкат это вообще важная, кстати, тема, я сразу скажу. Есть! Кто победитель? Я победитель. Нет, вот это легко. Вот подкаты. Вот отнимать мяч я умею. Это я тоже. Так отработал эту тему в предыдущих FIFA, что... Прокачались. Даже удара основу прокачал. Ну, в итоге отлично, сыграли неплохо. Девушки. Увидимся на собрании. Опять же, огромное спасибо ей за русскую озвучку. Я ей вылучший. Наконец-то вы поняли, что, черт возьми, для российского рынка можно как бы и озвучку завести. Просто для меня это как бы, ну, такая загадка была, что ей озвучат все свои игры, кроме FIFA. При этом тут есть сюжетная составляющая. Камон, и сделайте свое дело. Так, сейчас за Алекса будем играть. Это Лондон. Узнаю вот этого Бэнкса или как его там на Б. Брэдли.
Так, Дэнни Уильямс будет играть за клуб английской премьер-лиги по вашему выбору. В каждом клубе действуют схожие требования. Тренер к попаданию в стартовый состав. Вот за зарплаты его отличаются. Выберите клуб премьер-лиги, с которым Дэнни Уильямс подпишет контракт. Ну-ка. Ну, тренер везде одинаковый будет. Ну, вот этот, который на поле. Арсенал есть. Ну, Арсенал, по-моему, самый мощный, не? Или, мне кажется, стадион Эмираты? Ну, конечно же. Так, недельная зарплата. Чё-то тут, знаете ли, не особо в Барнамуте. Брайтонские клубы. Крис Хоттон. Ну, чё он вообще на рептилоида. Середина таблицы цели клуба. Выиграть лигу у них цель. Тут середина, так, окей, стартовые. Ну, тут нормально, хоть стартовые платят. Шиндич, Бернли, Нил Ворна, Кардифф Сити. Здесь прям Челси много платят, то естественно они лигу хотят выиграть. Еще есть Кристал Пэлас среди таблиц, по первой четверка, Эвертон вообще. Ну платят нормально, кстати. Йоканович, Фулхэм. Не вылететь из лиги, цель клуб. Мне кажется, мне подходит такой клуб, в котором главная цель — это просто не слиться окончательно. Ливерпуль, ну Ливерпуль вроде нормальный. Манчестер, конечно, да, Манчестер Юнайтед. А постой, то есть есть Манчестер Сити, есть Юнайтед? Каждый день узнаю что-то новое. Ньюкасл, попасть в первую шестерку, четвертку. Уотфорд, Вестхэм. Помню, блин, я был в Вестхэме в предыдущих сезонах. Нуна, блин, нифига себе, волки, не вылетите из лиги. Мне очень нравится, как бы, мне нравятся эти ребята, хочу, короче, их выбрать. Не вы цель не выйти из лиги, тренера зовут Нуну. Эй, простите. Дэнни Уильямс. Эй, знаешь, что хуже, чем опоздать на тренировку? Поскользнуться и вылететь до конца сезона. Майк, ты почему опоздал? Ну, я бегу Кровь. Со встречи с Роджером, значит... Всяких там инвестиций. Ну, знаешь, как это? Кто не рискует, тот не пьет шампанское и все такое. Ясно. А ты тут что делаешь? У меня свои встречи были. Насчет главного клиента. Ха, в смысле единственного. Ну, лучшего оставил напоследок, верно? Ладно, что там у тебя? Мне нужно бежать на тренировку, иначе Батлер меня убьет. А Батлер его зовут. Прошлый черт. Сезон был непростым. Но как ты в нем сыграл? Финал Кубка Лиги. Мы почти смогли. Да, я помню. Этот чертов газ постоянно мне напоминает. Радости соцсетей. В общем, насчет тебя клуб еще не решил. Что? Так, клуб до сих пор не принял решение. Я тот самый Уильямс. Этот сезон мой. Засучить рукава. Этот сезон мой, вот что я скажу. Нет, нет, нет. Не может быть. Это будет мой сезон. Я приведу команду к славе. Волков. Так, держи, Снули. Дэнни. Давай начнем с предсезонки, ладно? Иди и покажи им, что ты незаменим. И запомни, ты мой главный клиент. Они Дэнни. Все так говорят, я уверен. Да, что? Тренировка. О, Батлер мне башку открутит. Черт возьми. Я уверен, что это Майклс говорит всем такое. Ну, блин, что-то графика реально мыльная, вам не кажется? То есть, может быть, я как-то придираюсь, но серьезно. Как будто бы я на минималках играю, хотя все выставил на максимум. Реально, какие-то... Хорошие новости, господа. У вас выходной. Шучу. Будем пахать. По полной. Смешно. Нихуя не смешно. Ладно. Пахать. Пошли. Сегодняшняя тренировка. Игра до 5. То есть мы что, просто будем играть? Хорошо. Да что такое? Что же, я готов, орлы. Давайте. Игра до 5. Выигрывает первая команда, забившая 5 холлов. Подсказка. Чтобы создать голевые моменты, отдавайте передачи партнерам. Пас низом и удар. Ну, собственно, понятно. Сейчас потренируемся. Стану богом. Мне неприятно, опять же, что тут управление для Xbox. Я вот играю на контроллере от PS. И как бы еще. Потому что от Xbox у меня сломан. Я его раздолбал, когда играл в Dark Souls. У меня нервный срыв, вы понимаете. Так, сейчас... О, сейчас смешной момент был. Ну-ну-ну. Мяч мой, а мяч отдай. Отдай мяч. Give me the ball, bitch. The ball, bitch, give. Give it to me, baby. Ага. Give it to me, baby. Give it. Так, я не понял, а что все-таки? По каждой 5 у нас никак не получается. А посмотри, я играю только за него, я-то понял. Вот. Опа-опа! Хай! Одно очко есть. Скучно, кстати, скучный режим. Такой мини-футбольчик, я бы сказал. Это мини-футбол для маленьких команд, видимо, запасных. То есть я же запасной. Чуваки, да хватит толпиться, господи!
надо. Я хотел сильно ударить. Ну как сильно? В меру сильно. Уильямс, давай, передача. Сюда передача. Ай-яй-яй-яй-яй. На таком маленьком поле играть, кстати, довольно трудно. Я вот ничего не скажу. Типа лежать. Просто привалил к земле, засранца. Ты меня окружили и запороли мне игру. Ай! Диабло фитта хельвет! Черт возьми. Отдай мяч! Дай, отдал мяч быстро! И это приказ. Самый неочевидный гол этого сезона. Давай, 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 верни. Мяч отдал! Падаль. Так, футболист, ну теперь поэтому, что мы играем в волках, ребят. Вы теперь понимаете, да? Цель команды не вылететь. Команда сама себе забить гол не может. Ну, вы поняли, как бы я в правильном клубе. Ну и платят в клубе тоже, что... О, один есть. Ну, платят в этом клубе тоже, как бы, нормальный день. Более-менее, как бы. О, все, надо играть пожестче, я как-то жалею себя. Иди сюда, падаль. Иди сюда. Футболир. Ай... Оп. Ща. Лох. Видите, ребят, разыгрался Женя и сразу дело пошло. Оп, 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 так, так. Это может быть опасно? Это было опасно. Черт возьми, это продолжает быть опасно. Мне не очень нравится, как игроки тут меняются, кстати. Не всегда очевидно, не всегда так, как хотелось. Вот ты черт, тебя за ногу! Ну мяч, ты куда ты дел? Ты мяч, блин, на Алиэкспресс продал. За 30 гривен, да. Иди сюда, иди обратно. Да. Ну, господи, я хотел передать мяч. Тупое управление, тупейшей фифы. Иди сюда. Мяч отдай. Мяч отдай, я купил. Давай, давай! Ну все, да? Чё-то было горячо, было горячо. Результат задания, я не понял. Так, А или F? А, то есть у нас А, у них F. Окей, да, я что-то... Я не знаю, смотрел, не совсем понимал. Ну, сыграли что, как боги? Да, сыграли как боги. Ну тут иначе никак нельзя было, только если мы проиграли. Сегодня мы хорошо потрудились, господа. Прекрасно. Хочу особенно выделить Дэнни Уильямса. Именно так и нужно тренироваться. То есть выделили меня, потому что я потренировался, как видите, я теперь в основном составе. То что ж, на поле будет пускать с начала игры. Пришлем тебе пас. Да, приятель, прямо в банк, я же говорю. Твои доходы удвоятся за месяц, максимум за два. Как дела? Ну, по рукам? Блин, похож на моего режиссера, я в Англии, как в школе учился, в киношколе, снимал вот с этим чуваком фильмы. Круто, да. Я сегодня подскочу к тебе с бумагами. Звали Джарвис. Да, ага, точно. Пока. Пока-пока-пока-пока. Фамилия была Кок. Ты, друг чел. Мой, стал новым лицом сети Fish and Chips Макмиллана. Можешь теперь есть Fish and Chips, пока не лопнешь. 28 точек по всей Англии. Зови меня теперь Властелин. То есть это все равно, чтобы он стал как лицом какого-нибудь, я не знаю, шаурмечного Ашота. Ну я не знаю, просто это смешно как-то звучит. Господи, какие у него зубы огромные. Он заяц, что ли? У него отец заяц или мать заяц, или оба зайца. Просто, ну, знаете, fish and chips, понимаете? Там рыбу в кляре продают с картошкой жареной. Ну, офигеть, рекламная кампания. Ты лицо рыбы с картошкой. Пфф, нормально. Лучше бы он стал лицом чебуречный, Машот. Сделай. Ты о Макмиллане? Fish and chips Макмиллана. Милли. Ага. Ну, там, где мы раньше каждый день жрали. Да. Милли. Да, именно. Это же круто! Наверное, да. Если платят, то... Ты можешь выбрать либо радиорекламу, либо фотосессию для рекламы в печати. Второе. Ну, ты понял меня. Что выберешь? Второе, чтобы мое лицо было везде. Ключевые решения. В ходе истории героям придется принимать важные решения. От ваших решений будет зависеть судьба некоторых персонажей. Так, ключевые решения не обратим. Смотрите, ребят, это прям это лучше, чем Telltale. Это лучше Life is Strange. Так, пресса или радио? Конечно, пожалуй, печать, радио. Дэнни запишет радиоролик, который наверняка услышит его товарищи по команде.
Дэнни примет участие в фотосессии для рекламы Fish and Chips Макмиллана. Ну, товарищи по команде... Не-не, я хочу в печать, чтобы мое лицо чего знали. Чего мне стесняться, когда есть что показать? Чувак, давай фотосессию! Да. Клево! Эй, Адидас следующий. Зуб даю. Делай себе репутацию. Пара трофеев, пару раз игрок. Я не уверен, Адидас захочет, как бы, ну, чтобы его лицом становился чувак, который до этого рекламировал рыбу с чипсами. Я не уверен. Матча, и тот самый Уильямс станет известным брендом. Может, это Адидас? Машину гоняют. А, может, открой. Полиция, наверное. Дэнни мой в путь зовет, зовет Волынка. О, знаете, это же ловкий Роджер, непревзойденный бизнес-менеджер. Я Ринго, чувак. А, да, конечно, извини. Да никто никогда не звал тебя Ринго. Нельзя просто придумать себе кличку. Это так не работает. Чего? Нормально. Меня в школе все парни так называли. Когда? Когда я на барабанах играл. Алло, ты чего? Ты один раз играл на треугольнике в школьном оркестре, и то коряво. Нет, вообще-то два раза. Так как дела-то? О, вообще-то отлично, Майкл. Наш Роджер нашел нам спонсорский контракт. Fish and Chips Макмиллана. Мы там ели постоянно в свое время, верно, Роджер? Да, ага, Ринго. Да, кстати, о сделках. У меня будет встреча по продлению твоего контракта в день последней предсезонной игры. Так. Вот, отличишься на Дальнем Востоке, и все у нас будет зашибись. А, Дальнем Востоке? Нечем, да? Окей. От этого зависит твое будущее. Но это не русский Дальний Восток, я же правильно понимаю? Хотя бы в Владивостоке поиграть было бы круто. О, Абубас. Так. Все-таки графика какая-то местами прям страшная. Команда Алекса Хантера. Алекс Хантер будет играть за европейский топ-клуб по вашему выбору. В каждом из клубов действуют схожие требования тренера к попаданию в стартовый состав. Вот зарплаты и бонусы отличаются. Выберите европейский клуб, с которым Алекс Хантер подпишет контракт. Ребят, давайте мы здесь остановимся, потому что, ну, как бы, мне уже пора уходить. Всем спасибо за просмотр. С вами был Евген. Я уверен, я на 100% обещаю, пройдем с компанию FIFA вот до финала. То, что я не мог сделать все остальные годы. Ну, и я играю больше из-за интереса. Я понимаю, что скилл у меня на уровне, наверное, твою мать, вот уже пора идти. Скилл у меня все-таки на уровне, наверное, медузы. Медуза, мои друзья. Вот на таком уровне у меня скилл, на уровне, собственно, матранга. Так что, всем спасибо за просмотр. Я буду стараться, ребят, я буду стараться играть лучше. Я серьезно, я хочу стараться. Но игра рафляная, мне очень нравится. И смешно, весело, при этом мне интересно. Я получаю прям удовольствие. Сюжета что-то очень много добавили. Ну, там потом поменьше будет, скорее всего. Уже матчи начнутся, сезон, там все дела. Всем пока. Спасибо за просмотр. С вами был Евген. До скорой встречи.